Всем хай-тек, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре iPhone XR в корпусе 13 Pro на 128 гигабайт. И да, данное видео уже было на нашем YouTube-канале, но оно предпочиталось для нашего Telegram-канала как видеообзор, видеоотчет о доставке данного iPhone. И сейчас я решил переснять видеообзор на этот смартфон. Итак, поставляется он вот в такой вот черной коробочке. Коробочка, в принципе, по материалу довольно-таки неплохо, конечно, принты и все остальное отличается от оригинальной коробки, но, в принципе, придираться особо не к чему. Итак, сооткрываем, смотрим комплектацию. В комплекте у нас вот такой вот Type-C Lightning кабель, макулатура и скрепка для вынимания SIM-лотка. Сам телефончик у нас вот в таком вот небесно-голубом цвете. Хромированная рамка, все симпатично, все красиво. И я напоминаю, это самый обычный iPhone XR, просто в корпусе iPhone 13 Pro. Но габариты от iPhone 13 Pro отличаются, поэтому для данной модельки нужно будет покупать отдельно чехлы, но при этом защитные стекла от XR подходят, так что можете смело покупать 3D стекла для iPhone XR и клеить на данную модельку. Так, давайте бегло посмотрим. Он уже у нас включенный, активированный. Емкость ЭКБ 100%. Да-да, это абсолютно новый аппарат. Так, с настройки. Все работает максимально плавно, шустренько, никаких зависаний, ничего нету. Смотрим камеру. Так, все работает четенько, плавненько. Так, можно настроить. Давайте поставим 60. 4К, 60 FPS видео. Пожалуйста. Все тоже очень плавно. Все хорошо. Вот такой вот, в принципе, у нас iPhone XR. Очень интересная моделька для тех, у кого не особо много денег, но при этом хочется чего-то новенького, чего-то свеженького. Пожалуйста, заказывайте. Ссылочку на наш телеграм-канал я оставлю в описании. Вы можете купить его у нас прямо сейчас. Напоминаю, по Сергиевому посаду мы работаем с доставкой и самовывозом. То есть вы можете приехать, внести предоплату, на следующий день приехать и купить его уже непосредственно у нас, забрать. Все видеоотчеты и фотоотчеты на телеграм-канале у нас есть. По России мы работаем с ДЭКом. То есть вы платите за товар, на следующий день мы идем в СДЭК и отправляем уже вашу технику. Помимо айфонов у нас еще есть много всего интересного. Так что заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал и оставляйте лайки, комментарии под данным видео. А я еще раз напомню, это самый обычный iPhone XR в корпусе 13 Pro. Так что если у кого-то есть вопросы, вы просто можете открыть на Яндекс.Маркете характеристики iPhone XR и посмотреть там. Вы получите абсолютно то же самое, но просто в другом корпусе. А я желаю всем хорошего дня. Еще увидимся. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, подписывайтесь на YouTube, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И всем хай-тек!